Ну что, ребята, всех приветствую, мы продолжаем с вами выходить за Dark Pictures антологии Little Hope. Остановились мы с вами в очень интересном моменте. Ну, куда-то шли. Вот, но, к сожалению. К сожалению, мне чуть грустно и стало обидно за то, что произошло в прошлой серии. Что же там было? Посмотри обязательно. Это очень интересно. И, в принципе, если не видел ни одну серию, или, ну, ты, может, я уверен, ты смотрел эту игру, но если ты такой, блин, а что же там точно было, и, ну, типа, не помнишь, то посмотри с первой серии, как раз освежишь память, да, посмотришь, что да как, посмотришь, какие выборы я тут делаю, да, что как смотрю, потому что, напоминаю, я в позапрошлой вроде серии нашел разгадку, ну как, подсказку с полицейской машиной. Я его спросил, записываю подряд, ребят, поэтому не видел ваши комментарии, но я его спросил, кстати, в комментариях, да, и, о том, что много ли кто так делает? Ну, типа, смотрит каждый угол в хорроре таком. Или нет? Это очень интересно знать. Ладно. Чтобы долго не затягивать, поэтому мы с вами продолжаем проходить Little Hope с Dark Pictures антологии. Вам, кстати, нам в прошлой серии Хранитель подсказал кое-что, но я так и не понял, я так понимаю, это, скорее всего, с девочкой связано, чтобы, типа, простить ее за что-то, да, и тому подобное. Вот, поэтому, у Саши поудобнее надевать пледик обязательно, прям пить и кушать, прям чипетика пить или пить воды, при этом просмотре. Мы, собственно, продолжаем проходить Little Hope, драгбичная антология Little Hope. Я пытался спасти ее, вытащить. Но насыпь слишком крутая. Я не смог. Ничего. Вы сделали все возможное. Мы остались вдвоем. Пока Тейлор и Дэниел нас не найдут. Теперь нам еще важнее держаться друг друга. Вот на этом мы с вами в прошлой серии и остановились. Пойдемте уже. Так, ну поехали еще. Там какая-то тварь рычит. А фонарик будет у нас, алло? А фонарик у нас будет? Чешо. Короче, не нашел никакой клавиши. Кажется, сейчас за фонарик. Ладно, погнали так-то. Так, смотри, у нас с тобой есть выбор. Туда, либо налево. А, вот тут что-то есть, кстати. Под синим камнем покоится Айзек Уоррелл. 43 года, умер 21 октября 1702 года. С ДТПС, да, Айзек, я так правильно понимаю? А, ну нам только один проход, хорошо. Так. Давай еще раз посмотрим, нам мы с тобой этим. Открытки. Так, давай вот так вот начнем. Какой-то нож. Нужно взять, так понимаю, да. Нужно взять какой-то нож. Какой-то зачарованный. Вот это я нашел. Под одном месте довольно-таки. Ну как, в открытом, но... Так, этого должны забрать, я правильно понимаю? В полицию. Полиция должна была забрать. Короче, полиция его должна забрать. Короче, вот эту подсказку я нашел. Не прям там оно открытое, но просто я так понимаю, из-за того, что такая напряженная атмосфера, в принципе, это хоррор, мало кто заходит. Мне так кажется просто. Мне реально так кажется. Вот, так, дальше тут что? Здесь пистолет. Хорошо, Эндрю не нужно. Или, короче, не нужно как-то на него не нужно. Не нужно, короче, использовать пистолет против него. Хорошо. Ну и здесь, да. Так, нужно взять нож. Нужно, чтобы водитель отправился в полицию. Но не нужно его короче, вообще пистолет не нужно трогать. Хорошо. Хорошо. Тогда поехали. О, что-то есть, смотри.
этими камнями покоится Авраам Аластор. Аластор. Умер 3 февраля 1699 года. Ты понимаешь, этот? Священник? Че не священник тот самый? Так, на банале тут хорошо. Бать, а где этот? А где этот, блядь, профессор опять? Кого, блядь? Ну погнали, зайдем. Ну че, какая-то хуйня будет, смотри. Солнце мы нашли. Старое лицо солнца, найденное возле скамейки на кладбище. Согласно книге, современная книга Майя, этот символ солнца олицетворяет мужскую магию. Мужскую магию. Вот, можем с собой смотреть, кто тут. Кларки. Меган Кларк. Дорогая дочь и сестра. Да, здесь Кларки. Деннис Кларк. Любимый сын и брат. Цветы. Причем, смотри, они свежие. Да, один секрет. Таня Кларк. Могила Тани Кларк, погибшая в 1970 году, принес ей свежие цветы. Книга в современном магии ритуала, подписанная инициалами ТК. Таня Кларк, я же говорю. Это луны найдены в коробке, хиповый хлам, были инициативы ТК. Таня Кларк, кто же... Кто-то принес. Причем реально кто-то принес цветы сюда. Причем свежие. Анна Кларк, любящая мать. Джеймс Кларк, любящий отец. Подожди, он это читает, потому что его двойник остался в живых, и может это он и все и сделал? Может это все он и сделал? Интересно, да, теория? Хм, может быть и нет. Ну да, потому что его тут нету. Его двойника здесь нету, что он выжил, как мы знаем. Поэтому это логично. Хм. Интересно. Так, это мы с тобой видели. Так, мы вроде обходили вот там. Все, вон там обходили. Поэтому пойдем здесь теперь. Сходим. Бля, сейчас без фонарика, слушай, мальчик, ходить. В принципе-то. Мы же там обходили все. Да. Да-да-да, мы там обходили все это дело, вроде как. Опа, это что? По тенькам покоится Томас Вайман, вице-губернатор и судья. С женой вместе. Так, вот это я не видел. А там тебе смотри, как темно. Ладно, погнали. Подожди. Здесь все очень интересно. Давай-ка быстренько еще раз обойдем все.
Здесь все очень интересно. Опа. Этого не было. А нет, это было. Так, хорошо. Это мы там, там мы вроде все смотрели с тобой. Погнали вот туда. Ой, блядь, ты меня напугал. А что ты тут делаешь вообще, алё? А что он тут стоит-то? Все это время один. Странно очень. Это мы тоже смотрели, да? Да, это мы тоже смотрели. Все, здесь мы все посмотрели, все. Теперь я уверен в том, что мы все посмотрели с тобой. Мы с тобой все посмотрели, все, что могли, то посмотрели. Да, потому что здесь больше нечего особо смотреть. Поэтому погнали сюда и к двери. Бля, вот это мы смотрели? Это хуйня, кстати, мы не смотрели вроде бы. Томас какой-то. Ну нет, смотрели. Смотрели Томас. Смотрели. Это смотрели. Ну все, осталось только дверь. Все. В целом, мы все посмотрели. Но очень странно это, что сюда кто-то принес цветы свежие. Да, прям к твари и то идем, который рычит. Так, это, видимо, вот этого челика. Вот это в очках, скорее всего. В очках, вот это его, скорее всего, тварь. Ну, тварь, вот это, точнее, его двойник, скорее всего, двойник за ним пришел. Пойдем подальше от этого моста. Мне так кажется. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. Прячьтесь, живо! Чего, блядь? Кого? Это очень странно, блядь. Мне кажется, лучше не лезть к нему. Да. Помните, что сказала женщина перед тем, как ее утопили? Девочку должна остановить. Речь шла о судах над ведьмами, так? Не уверен. Ладно, идемте. Я зайду и осмотрюсь. Надо быть аккуратным. Анжела погибла. Блин. Как же так? Тебе, наверное, тяжелее. Вы были довольно близки. То, что случилось с Анжелой, всех потрясло. Она одна из нас. Ладно, будет еще шанс, поебем. Ой, ну да. О, фонарик, наконец-то, блядь. Сочувствие. Я говорю, что... Ага. Что там? Я откуда знаю? Ничего. Я что-то слышала. Хистрик Трейл. Тропа, да, историческая. Тропа ведьм. Ты
Ну его нахрен, пойдем другой дорогой. Не думаю, что есть другая. Куда ты собралась пойти-то? Опа, вот это очень интересно. Так, здесь пока ничего не лежит, слушай. Я смотрю каждый угол. Несмотря на то, что это страшилка, да? Что это страшилка, я смотрю каждый угол. Это очень важно. Так, где мы? Ничего, так маршрут. Карта я города. Я уже нагулялась. Карта города Little Hope. Вид на город со степичьего полета. Здесь, ага. А, вот. You are here. Вот мы где. Руины. Historical. Исторические руины какие-то, блядь. Чарс. Это чарх. Это, понимаю. Это получается это, блядь. Либо церковь, либо что-то типа того. Музей. Мемориал Джонсонов. Мы тут ушли. Ну ладно. Ну, рядом с музеем находимся, хорошо. Нам еще идти, идти, слушай. А может ты будешь светить прямо, брат? Куда ты светишь, дурачок, что ли? Прямо свети. Идет светит, хуй знает куда, блядь. Эй, сюда. Посмотри на это. Эта тварь может быть еще здесь. В воде. Нет, мы от нее оторвались. Уверен. Там есть другие. Держу в курсе. Черт! Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной. Если мост не рухнет. Отлично. Ну, погнали. Давай сейчас, знаешь, как сделаю? Вот так вот. Вам будет видно выше, что написано. Курс изменен, вся эта тема. Хотя, нужно ли? Ну, давай так оставим, ладно. Там куты. Что это было? Это ваши близнецы. Что это было? Опа. Ты видишь? Могилу видим. Считается, что этот камень отмечает место погребения первого человека, казненного во время судов над ведьмой в Little Hope. Уходим отсюда. Блять. Уберите свои руки. Тише. Ебать. Мэри. Мэри. Мэри, сюда, я здесь. Просто в игре подошел и начал орать, пиздец. Нормально все, хорошо? Столько всего зла. Здесь. Что? Какое зло? Вы знаете, что происходит? Потому что мы вообще ничего не понимаем. Мы до смерти напуганы. Толкуете мне о смерти? Нынче я извлек тело жены из водной могилы и зарыл в землю своими собственными руками. И все из-за нее. Мэри. Вы кто такой? Почему так похожи на Джона? У меня нет ответов. Может, я уже околдован ведьмой? Я нашла ее. Вот она. Отколи она у тебя?
Я сама ее смастерила. Надо понять ее мотивы. Я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломство нашли приют в Литл Хоуп. Мы все в опасности. Прошу, Табита, оставь ее мне. Надо понять ее мотивы, ребят. Надо понять ее мотивы. Понять ее мотивы, зачем она это все делает и какие у нее мотивы. Можно делать потому, что к ней так относились. Кто знает. Нет. Ни одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли. Их еще нет? Нет. Пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думал, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? И что ей от нас нужно? Вот будет пиздато, если это все сон Эндрю, да? Это вообще будет вообще прикол, если будет все сон Эндрю, она, блядь. Хочет, чтобы мы шли за ней. Те две девочки. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Не будем ждать Дэниела Стейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Не отходите. Неизвестно, что там. Так, так. Эй! Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Мне не по себе. Мне тоже. Почему девочка ходит одна? Это странно. Может, она связана с Мэри? Должно быть. Но пока непонятно, как именно. Что ты пялишь на меня-то, ёпта? Стоит на меня, смотрит. Это первый вопрос. Во-вторых, у меня второй вопрос. Почему вот наш лучший главный персонаж, да, с которым мы сейчас играем, повернулся вообще боком? Это очень странно, хуйня. Мне интересно, почему он на нас пялит-то? Это, во-первых. Во-вторых, почему наш персонаж вот повернулся вообще? Он что, уже осмотрел все? Может, ты все осмотрел уже? Ладно, погнали. Так, поехали. Книжечка. Слушай, я потому что слышал, он тут ходил что-то. $7, $8. Little Hope Museum. Ну ладно. А, то есть они рядом с нами сейчас, я правильно понимаю? Мы сейчас в музее, они рядом с нами находятся, те двое. Интересно.
Он сам положил, ребят. Еще раз, блядь. Он сам положил еще. Не я положил, он сам положил. Орден на имя Ламберта. Ордер на конфискацию, согласно которому земля Джозефа Ламберта приходит преподобному Карверу. Возможно, этот конфликт в итоге вылился в суды над ведьмами. Возможно, кстати, возможно. Интересно очень. Так, давай, бля, вот это, кстати, там такие же, кстати, помнишь? Помнишь, там такие же были безлицы челики стояли в этом, когда нас переносили туда. Показывали, что там да как было. Помнишь? В прошлой серии, кстати, было. В прошлой серии. Так. Бать здесь, ёпта. Жутковато. Я чуть не обделался. Подожди. Так это они, нет? Как будто бы они, нет? Ну ладно. Блять, я думал, ты этот стоит, блять. Чел. Ну наш, этот чел вот стоит. Это не он, представляешь, это не он. Так ты тут уже все обошел же, нет? Или мне кажется? Закрыто. Хорошо. Ну, естественно, закрыто все. Так это мы все посмотрели. Камни кинули, блядь. Тогда смотреть. Ебать, смотри, ебать. Эмби Ламберт. Ощущение, что мы там были. Портрет Эмми Ламберт. На табличке описываются показания Мэри Милтон, которая заявила, что видел демона в обличье Эмми. Карвер назвал это в своих записях призрачным свидетельством. Он точит зуб, что ли? Ну, он точил зуб на них. Вот, смотри, проверяю, сейчас скример будет. Смотри, вот смотришь? Смотри. Пам. В этом был весь смысл суда. Люди, которые сговорились с дьяволом. Да я это все видел, что ты мне рассказываешь? Нет. А о, Эмми Ламберт. Так, это мы с тобой смотрели сейчас. Так, это мы видели ордер. Вот он. Свидетельские показания Мэри, вставленные в рамку свидетельские показания Мэри Милтон, согласно которым Эмми общалась со злыми духами, также подписаны Саймоном Карвером. Как будто бы реально да. Вот... И девочка Мэри всех заложила. Похоже, ее мы и видели. Ну, как будто бы, может быть, где-то... Ну, не от нее, может, больше. Я просто надеюсь, что это, наверное, не от нее зависит больше. Ну, типа, она запугана, она же ребенок еще. Вот. Может, все-таки это сам священник? Потому что мы вспомнили, что там вначале видели, нам показывали, что, ну, к ней так хуёненько относились, очень плохо, да? Может, из-за этого она так всех и заложила. Данная кукла предположительно начала... Чё? Эй! Взгляните! Кукла, которая изначально предложила... Кукла, которая была я у этой девочки. Видел. У этой девочки. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Может, она привела нас?
хотела это показать? Давайте рассмотрим ее. Какого черта, профессор? Ой, дурак. Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Мэри, вон хуйня стоит. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Есть еще вариант. Может, уничтожение любимой вещи только разозлит ее. Манекен сзади нас смотрит, блядь, что за... Вы правы. Ну, я же не знаю, что на самом деле, правильно? Смотри, Мэри случился припадок во время суда на Эми. А, ну мы это видели. Ой, короче, блядь, понятно. Да, посмотрим. Данная кукла предположительно изначально принадлежала ребенку в конце века. А будьте, давай еще подождем еще, может что-то будет. Ну, блядь, зачем сжигать, я-то не знаю. Может быть, там, ну, может, она реально привела нас сюда, чтобы мы ее сожгли, эту тему, но... Навряд ли, мне кажется, знаешь, почему? Как минимум потому, что я не знаю, может, это ее разозлит, наоборот, может, скажет, ты чё, блядь? И все, блядь, понимаешь, как бы, ну, тут тоже двоякая ситуация. На один секрет, давай. Изображение зала суда. Гравюра, изображающая зал суда, где девочка ведет себя словно одержимая. Земельные споры в суде переросли в охоту на ведьм. Возможно, здесь изображен суд над Эмми. Угу. Бля, довольно-таки все как-то не напряжно, знаешь, что, блядь. Вот все как будто не напряжно, как-то странно вообще. Мари. Сейчас хуй-то будет. Ну, я так и думал. Сейчас будет мой еще второй скример будет. Кошка. Кошак. Бля, ну все, здесь больше вроде ничего такого нету особо. То есть я вроде все смотрел. Ну, типа, можем ее с собой взять? Нет, ладно, погнали, короче, отсюда, ладно. Идет на божий лист, нет. Потому что, ребят, ну тоже, знаете... О, здесь выход. Такой себя. Она бы намекнула нам то, что хоть, типа, показал бы, да, чтобы, или сказала, типа, сожгите эту куклу, сожгите эту куклу. Но она этого не сказала, не показала, не даже не намекнула, понимаешь? Она просто, возможно, с собой привела. Куда делась девочка? Привела нас сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Привела нас к кукле... И готово. Не уверен в этом. Может быть, кстати. Ну просто кто знает, может мы реально ее разозлим. Типа, ну такое есть на самом деле. Почти разрядился. Все равно сигнала нет. Конец-то фонарик предостал. Так. Где остальных носит? Я тут тоже заблудились. Думаешь, они ищут нас?
Эти уроды, небось, забыли. Смотри, смотри, смотришь, смотришь, смотришь. Ничего. Странно. Игра, странно, ты меня удивила. Я думал, тут скримак будет сейчас. Уже больно давно их не было, знаешь ли. А, кошка, ну это такой мини-скример, понимаешь? Подготовка просто к основному скримеру. Так, ну вроде здесь пока ничего нет такого. О! Может, здесь были, нет? Очень странно все. Так. Спорим, никого нет дома? Нет, уж без меня. Но первое здание за долгое время. Найдем вход? Так, помню. Как ты смог сейчас найти вход в тот магазин, что ли? Ты что, еще и взломщик? Нет. Я им в прошлой жизни был. Так, помним, да? Нужно взять какой-то нож. Нужно, чтобы водителя забрала полиция. И нужно... И не нужно использовать пистолет вообще за Эндрю. Пистолет за Эндрю вообще не нужно использовать в каком-то моменте. Это важно. Так, ладно. Ну шо? Опа. Конечно, хуй, блядь. Естественно, блядь. Даже не удивлен. О, окно. Подожди-ка. Подожди, подожди, подожди. А там ничего нет такого. А у нас здесь больше ничего нету. Подсвечено. Ничего не подсвечивается тут. Больше тут ничего не подсвечивается, а? А? Не, вроде больше ничего такого нету. Ладно, let's go. Ладно, это через окно, больше выбора у нас нету. Там вроде в телеге ничего не подсвечивается, ничего нигде никак. Поэтому остается только в окно лезть, что. В этот домишко. Здесь просто реально ничего нет такого особо. Да. Ну, давай, ладно, с этой стороны подойдем. Ну, не, нет, 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 нет. Ладно, погнали тогда еще туда, в дом. Откроем дверь куэй. Эй, Тейлор, посмотри. На что именно? Думаю, посетителей давно не было. Правда? О, да. С тебя 10 баксов. Хрена лысого, я с тобой не спорила. Хорошо. Открыто. Я его подниму без проблем. Мы, конечно, можем поспорить, кто пойдет первым, но результат же очевиден. Ага. Отлично. Ебать. Тише, здоровяк. Не бей страшную куклу. Смешно. Залезай давай. Что, похоже на этого, того Карвара, да? На Карвара похоже. Угу. Беру к сведению, кстати. Давай, сюда. А мы в том доме, где сейчас эти были же, да? Они прям как живые. Ну и жуть. Что там? Я там... Прошу прощения, ребят. 5-5 это глушует. Я там что-то видела. Ты куда идешь? Ты уверена в этом? Нет. Пусть идет, пусть идет. Подожди, значит, дадут шанс еще раз. Ну давай, скример же, ну давай. Ну давай, скример свой, ёпта. Похуй на нее, погнали отсюда. Но это мы с тобой видели. Ты где? Может, нам
Да похуй, погнали отсюда, короче, пизду ее, блядь. Снимал шлаку от тебя, пошел она в пизду, блядь. Тейлор! Подожди, с чего, блядь? А, во. Твой хозяин не поможет тебе, а принял жирых идолов. Моли Господа нашего Всеблагого о прощении. Тейлор! Ты как? Что происходит? Да что сильно, вынеси дверь, блядь, чё ты, блядь, просто собрались. Блин, давай же! Она держала дверь. Что такое? Там голоса. Я, блядь, себя увидела! И она меня тоже! Странно одета, странно говорит! Какого хера? Прости, что я не был рядом. Женщину ту, похожую на меня, уволокли как какую-то преступницу. Черт! Идем отсюда. Согласен. Ребят, ну вас не смущает, что... Опа, подожди. А вот это мы возьмем. Предсказание помните? Я нашел нож. Может, это и был нож, когда динозавры были живы. Может, возьмем? На, возьми. А зачем? Для самозащиты, придурок. Бля. Оставь себе. Ну так, мало ли что. Курс изменен. Знаешь, почему я ей дал? Знаешь, почему? Ты спросишь, а зачем? Ты спросишь, а зачем ты, собственно, ей дал? Знаешь, а зачем? Потому что я думаю, фантом следующий будет за ней идти. Ее двойник будет за ней идти, этот фантом. Мне так кажется. Потому что она только что его видела, и я думаю, да. Поэтому я ей отдал. На всякий случай. Думаю, так будет правильнее. Опа, нихуя себе. Это что? Холи Библии? Типа, шо это на... На один секрет. Старая Библия с загадочными оккультными символами и тайными письменами между строк, вероятно, принадлежала преподобному Карверу. Да. А вот это очень странно. Я же говорю тебе, я же тебе говорил, что он-то будет антагонистом. Что это он? Что это он все, а не она. Я прям уверен в этом. О, подожди-ка, блядь. Это что такое? Ладно, погнали отсюда. Мы только что это видели, мы видели, да? Мы это увидели все. Нам навряд ли сюда. Нам нужно туда дальше идти. Поэтому пошли. Мария, то есть они около друг друга находятся.
Ну да, посмотрим этот. Ничего не сказал, ладно. Потому что мы это все осматривали сейчас только что. Но вот странно, что нету этой куклы. Кто здесь упал? А, вон, смотри. Я даже не увидел этого. Красиво. Смотри. И у него там что-то... Типа, а что, он... в нем швабра? Он просто лежит на ней. Но он упал. Странная. Странная очень тема, на самом деле. Ну, мы с тобой видели все. Мы с тобой все видели. Все с тобой все видели, короче. Погнали, короче. Здесь больше ничего такого не... Погнали, короче, ладно. Let's go. Идем, нам туда. Они рядом друг с другом находятся, грубо говоря, да? Может, они тогда забрали ее? Может, они ее забрали? Эндрю, вот этот ты, ну, этот профессор, может, они забрали эту куклу? Вот по итогу. Но они прям очень рядом друг с другом идут. То есть они идут прям, ну, друг с другом. Вот и вы. О, здорово. Теперь вы начали хоть что-то понимать? Не особо, ну да, ну да, но не особо так прям жестко. Но в целом, да. Наши друзья отыскали еще одно орудие смерти. Это хорошо. Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? Да, 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 да. Да, 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 подскажи. Что ж, как бы так сказать, у всех есть свои демоны. Они принадлежат лишь нам и часто рождены из сожалений. Угу. Вот мудрые слова одного великого ирландского драматурга, которого я повстречал в Париже. Точно. Не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника же будущее. Спасибо. Она лишь дитя. Да, да, так да. Так что поговорим позже. Я про это и говорю, что здесь антагонист священник. То, что мы нашли, Лики, видишь, его записи, повезло. Какие-то знаки, еще не знаки. Вот дорога. Остальные должны быть рядом. Может, он Надеюсь. Просто точил зуб и все. А то нам сегодня ни хера не везет. Может, просто он точил зуб на эту семью Карваров, или как он там? Карвер, не помню, как зовут. Может, он точил на них зуб просто, и все. И из-за Женщина этого... Женщина, похожая на меня. Что такого страшного она сделала? Это хреновый знак. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Спасибо, что договорили. Может быть, он точил просто на них зуб и такой, давай-ка нахуй вот это сделаем, провернем. И все, и решил их просто всех зафигачить сам. При этом запугав, ну или там что-то сделал девочке, что осуждаемо, конечно, глубоко. Я про это тебе и говорю. Давай посмотрим и закончим серию на этом. Нет, давай в следующей серии посмотрим. В следующей серии посмотрим обязательно. Поэтому спасибо за просмотр, такая серия была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.